Здравствуйте, дорогие читатели портала «Про город». Я в преддверии Нового года хочу вам показать и рассказать, как готовится салатик «Рукавичка Деда Мороза». Для этого нам понадобится одна помидорка, один огуречек, половиночку болгарского перца, упаковку крабовых палочек, два вареных яйца и полстакана риса. Берем полстакана сырого риса, отвариваем. Из этого полстакана у нас получится целый стакан вареного риса. Рис выкладываем в форме варежки Деда Мороза. Смотрите внимательно. Делаем это очень аккуратненько. Дед Мороз рука большая, поэтому рукавичка будет широкая. После того, как мы на тарелку выложили рис в форме рукавички Деда Мороза, майонезом делаем сеточку. Не мажем, а делаем сеточку. Кто как любит, кто побольше, кто поменьше. После этого крабовые палочки берем, срезаем красную часть. Это у нас будет верх. Вот эту полосочку срезаем. Мы сверху будем украшать. В эту часть мы будем резать. И так со всеми крабовыми палочками. После того, как мы разделили белую часть от красной части, беленькую часть мы режем кубиками. Это будет у нас очередной слой после риса. Можно как можно мельче резать. Также нарезаем кубиками овощи, помидоры, огурчик и перец. Кубиком режем. Помельче. Яйца натираем на мелкой терке. Натираем 150 грамм твердого сыра на мелкой терке. Наш овощной микс перемешиваем с майонезом. На рукавичку ложим слой овощного микса. Такой же форме, как рукавичка. Здесь мы вытрем пойдем. Выкладываем белую часть крабовых палочек. Ювелирная работа. Следующий слой – это яйца. Сверху укладываем красную часть крабов. Вкладываем сыр в качестве меха для нашей рукавички. Это же рукавичка Деда Мороза.
и рисуем новогоднюю снежинку. Дорогие читатели портала «Про город», я хочу вас поздравить с наступающим Новым годом, годом обезьяны, пожелать всем здоровья, счастья, успехов, и чтобы не было войны.